Так, ребятки, всем привет. Сегодня вот после работы выбрался на часик-полтора покопать до темноты. В общем, смысл моего сегодняшнего выхода такой. Все уже поперешивались на новую прошивку в Эквиноксе. Я вот на днях тоже прошился, но еще вот не успел потестировать. Решил вот сегодня выйти, походить, посмотреть, что она из себя представляет. Говорят, что вроде бы нормально. Стало более четче. Есть возможность отсечь пробки и всякую ерундовую железку, типа гвоздей. Ну, будем пробовать. Так что солнышко садится, нужно по-быстрому походить, посмотреть, что к чему. Вот так, друзья. Не будем терять время. Наверное, сразу начинаем. В общем, я тут. Не знаю даже, с чего начать. Но для начала, наверное, включим Эквинокс. Так, включился. Буду ходить на своем любимом парк 1. Так, друзья, парк 1. Отстроимся от электропомех. Грунт у меня в автомате. Громкость сделаем потише. Полифония у меня 50. Так, это оставляем. Скорость отклика у меня 2. И заходим в феррум. Феррум. Я тут, когда его прошил, попробовал, поставил на 3. Ладно, сейчас мы скинем на 0. И поэкспериментируем с пробкой. Я взял с собой пробку пивную. Сейчас посмотрим. Так, друзья, вот пивная пробка. Мы ее ложим и проверяем. Цветная, да? Так, поднимаем феррум 1. Цветная. Феррум 2. Цветная. 3. Цветная. Как видим, никаких изменений. Но это феррум стандартный, который и был. Так, далее. Скидываем его на... на 0. А хотя пускай на 1 будет. Так, ну а где же феррум 2? А вот феррум 2. Смотрим. Так, скинем тоже по нулям. Как видите, цветной. Ставим 1. Цветной. 2. Цветной. 3. Ну, вот уже начал захлебываться. Так, что я пропустил? Выше не поднимается у нас. Так. А, у меня включена дискриминация. Ставим все металлы. Ну, слышим, да? Железо. Что это железо? Ладно, посмотрим, как это все будет в деле. Походим сейчас,
посмотрим, что оно из себя представляет. Ой, как классно все-таки на поле. Сразу отдыхаю душой и телом, как говорится. Хотя после работы ехал как бы. Так, ну вот что-то у меня тут есть. 12-13. Цветное, да, как видите. Попробуем откопать. Не буду вам снимать, как я копаю. Так. Что-то есть. Какая-то маленькая фигнюшка. Да, кусочек проволоки. Ну, как видите. Ищет. И самое главное, что он не забивает сигнал. Так, ладно, дальше гуляем. Попробуем найти что-нибудь пообъемней. Посмотрим опять. Либо проволока, либо какая-нибудь фольга. Так, друзья, не переключаемся. Так. Это, друзья, оказалось у нас кусочек от пробки. Но так как металл цветной, алюминий, видимо. Так что сигнал был нормальный. Пробивал чисто. Как видите, такая маленькая вещь, и даже с дискриминацией она не теряется. Зато я не буду копать всякую ерунду. Хотя многие говорят, что можно терять сигналы разные. Но я проверял. Если вещь нормальная, то есть там монетка или какая-нибудь сережка маленькая, ни хрена не теряется. Так, вот. Чисто 15-16. Посмотрим. Конечно, от водочных пробок мы не избавимся, так как они с алюминия. Никуда от них не денемся. Зацепил сигнал. Как бы 19-20. Посмотрим, что у нас тут. Тут какая-то маленькая фигнюшка. Какой-то оплавыш медный. Ну, судя, что, блин, он такой маленький, я скажу, что он довольно неплохо его зацепил. Это уже радует. Напился сигнальчик. Глубоко, правда, еле-еле. 38-39.
но пищит чисто. Либо какая-нибудь будет банка алюминиевая, либо какой-нибудь кусок алюминия. Но железа вообще не дает. Так что попробуем. Попробуем что-нибудь отковырять. Блин, на охрененной глубине. Блин, либо какой-нибудь будет, может, плуг. Ну, черт его знает, что тут такое. В общем, друзья, история такова. Нашел я все-таки монитосик, выкопал с этой ямы. Глубина здесь, блин, довольно приличная. Могу вам продемонстрировать. Смотрите. Выше штыка. Была в самом низу. Скажу так, прибор держит цель хорошо. Медях он хорошо держал. Ну и поразило, да, что с большой глубины. Не знаю, что за монета. Надо мыть. Может быть, что-нибудь можно будет разглядеть. Пока ничего не видно. Ну, какая-нибудь копейка имперская. Ладно, сейчас еще походим, пока не совсем не стемнело. Хороший сигнал. Тоненький, 34. В общем, вам, наверное, уже ни хрена не видно. Я пытаюсь откопать. Обзорчик, наверное, будет на базе, когда приду. Не буду больше вас мучить своими ночными съемками, бляха. Ладно. На прощание. На прощание, друзья. Покажу вам монетку. 1 копейка серебром. Николая. Наверное. Николая Первого, да. Так что так. Лайк. Прошивка работает. Поле чудес радует. Итак, друзья, пришел я на базу. Блин, еле успел. Только зашел в калитку, дождь ливанул. Уже шел по тропинке, чуть-чуть моток накрапывало. Думаю, только бы успеть. И как раз. Вот. Так что пришел я со своего копа-теста. Походил с новой прошивкой. Ну, что могу сказать по прошивке? Прошивка мне понравилась. Стала постабильней. Аппарат стал себя постабильнее вести. Меньше глюков, когда по траве бьешь. Стала чуть больше глубина. Ну, это, короче, кто уже смотрел другие ролики в Ютубе, уже все это слышали. Так что тут нечего повторяться. Но Ferrum 2 имеет право жить. В принципе, нормально. Но, конечно, не все там отсекает он. Но пробку пивную ни одну не нашел. Водочные, да. Но я, как я и говорил там в самом видео, пока ходил, что водочные мы будем копать по-любому, потому что они алюминиевые. Ну, сплав. Ну, одно радует, что хотя бы пивные не копать. Вот. Поднял 2 монетки, 2 империи. По 1 копеечке николаевские. Вот. Так что так. Сейчас вам покажу копеечки. И будем прощаться. 1 копейка серебром. 1841 и 1 копейка серебром 1842. Ну, сохранчик более-менее. Еще надо немножко их помыть. В мыле может подержать.
Так вроде просматривается вензеля. Тут тоже нормально все. Но это более-менее тоже эта сторона. А вот эта сторона какая-то подъеденная немного. Ну, фигня. В принципе, нормалек. Так что так, не зря сходил. На этом все. Пока-пока. Эквинокс.